Приветствую, друзья! Сегодня вашему вниманию хочу показать интернет-радио. Точнее, это такой целый комбайн, который имеет на борту интернет-радио, DAB-радио, FM-радио, проигрывание с USB накопителей и также стриминг с постподфиту. В общем, это у нас Silver Crest. Моделька у нас... сейчас я разверну. Если вам видно, CIDR 14C1. Германия, но производство, они как бы, я что-то не нашел, они нигде не указывают, но я думаю, что, конечно, все-таки производство в Китае, а не в Германии. В общем, будет у нас с вами сегодня открытие коробочки. Так, видно вам? Вроде бы видно. Давайте вам сзади еще характеристики вкратце покажу, можете нажать паузу и прочитать. В общем, Wi-Fi, Smart Audio, DAB радио, можно установить контроль Smart Audio Application на Android и iOS. То есть аппаратом можно управлять еще со смартфона. Вот этого вот я не знал. Мы несколько раз такие приемники похожего плана привозили, но я не игрался, проверял только на включение и на обычное местное FM радио. В общем, вот, download the application с Google Play. Это решил вам уже действительно сделать такой обзорчик. В общем, открыв коробку, мы наблюдаем сверху целую книжку. То есть инструкция это не назвать, это уже огромная книжка. Потом вот вытаскиваем. И запаковано у нас, так, радиоприемник. Блок питания. AUX шнурок. И пульт. В общем, я распаковывать пульт AUX шнурок не буду, так как он, в принципе, нам не нужен. Нам нужно распаковать только блок питания. И то, сейчас, так, типа ключи. И распаковываем, так, здесь еще скотч. Так, и распаковываем радиоприем. Все лишнее убираем со стола. Так, видно вам? Опускаем штатив ниже. И приемник берем ближе. Прям как в рифму. Так, далее нам нужен флешка. Проверим флешку. И включаем. Так, давайте я вам спереди покажу. Само устройство. На дисплее еще наклеена пленка. По бокам у нас два динамика. Это у нас кнопка Touch, и это, то есть можно крутить и нажимать. Эта кнопка у нас включает и выключает, это при нажатии ОК. Сзади у нас видим Silver Crest CIDR 14C2, 12 вольт 2 ампера, это у нас питание. Также есть обычный LAN-порт, Wi-Fi на борту, USB разъем, разъем блока питания, кнопка механическая вкл-выкл и антенна. Давайте, я втыкну уже флешку. Включу блок питания и будем делать первое включение с вами. Я освещение выключу, чтобы вам лучше было все видно. Надеюсь, лишнего. Так. Так, Silver Crest. Давайте поближе. Единственное, надо было вот эту вот лампочку на камере отключить, блымающую. Так, и у нас часы. Включаем. Start now. Так. Первое включение. Типа Setup Wizard. Yes. Язык. Русского, если не ошибаюсь, нету. Нету. Возможно, можно обновить прошивку в интернете и русский язык тогда добавится. Не знаю. Но так как это на Европу делается, здесь в основном ихние языки. Так, окей. Формат времени 12.24.24. Автообновление времени через интернет. Часовой пояс плюс 2, это Украина. Daylight saving. Я даже не знаю, что это такое. Секунду, у меня телефон звонит. Daylight saving. Ну, по умолчанию пусть будет off. Network setting. Окей. Хотите настроить VLAN регион Европа. Идет сканирование. Это у нас будет настроек по Wi-Fi подключения. Так, я нахожу себя, свой роутер. И есть вот выбор. Можно ввести пин-код.
Skip VPS, пропустить VPS и push button. Это мы на роутере нажимаем кнопку VPS update. Я сбегаю быстренько, нажму ее. Так, роутер ожидает подключения устройства. Нажимаем ОК. Это все можно, конечно, делать с пульта, но я не хочу распаковывать пульт, так как аппарат новый. Так, идет please wait connection. Пожалуйста, подождите подключение. Если... Опа, камера чуть-чуть слетела. Ну, бывает. Чтобы текст был более читабельный, хочу сделать. Я поставлю пока сюда, уровню штатив, и далее с вами мы приступим к обзору. Ну вот более-менее, думаю, читабельно. Так, setup wizard complete, окей. Так, у нас включилось пока обычное радио. Так, я звук буду отключать, где я песни, чтобы... Так, давайте начнем. Это у нас есть 100 и 0. 101 и 2. В общем, все играет отлично. Так, кнопкой мода мы выходим в основное меню. Так как я флешку уже поставил, давайте сразу проверим Music Player флешку. Short USB playback. И как мы видим, так, громкости дадим. И он нашел сразу 5 треков у нас на флешке. Играет все отлично. Звук, я убавлю звук на таких устройствах, очень крутой. У них две колонки по сторонам. И что радует, что даже есть достаточно баса. То есть хороший аппаратик такой на кухню поставить. В Европе стоимость от 150 до 200 евро в среднем такого аппарата. Так, моды. И давайте интернет-радио. Так как все остальное station list. My favorite, это вы можете сюда добавить избранное, то есть те станции, которые вам нравятся. Так, local Ukraine, давайте наше что-то найдем. All station, все станции. Так, 100 FM Чернівці, вот мой город нашел. А, идет лодинг. И даже я убавлю, чтобы песня не забанилась ютубом. Даже видите логотип. Грубо говоря, все работает отлично. И так вы можете найти, смотрите. Здесь есть так, station. Дальше по региону, вот location, по жанру, то есть можете искать музыку, Азия, к примеру, Афганистан, Чина, All Station, короче, а, это АМ вообще какой-то, прикиньте, они все станции китайские транслируют в интернет, это какой-то АМ-864, но АМ нам, блин, не интересно, давайте что на FM, думаю, там будет поинтереснее контент. Китайским, конечно, слабый уровень Wi-Fi сигнала, у меня роутер чуть далековато. Хотя украинскую станцию видели, законнектило, вот тут даже она не подключилась. Ну, давайте еще от фонаря, что там юзик, подключится, не подключится. К украинским станциям, как вы видели, нажал почти мгновенно, нашло интернет-станцию нашу местную, Черновицкую. В общем, вот такой вот крутой лодинг. Что-то оно не хочет. Возможно, регион надо выбрать другой. В общем, в книжечке инструкция мы не назовем. Вы можете найти, как конкретно этим пользоваться. И вот, что у нас еще здесь есть. Интернет-радио, Spotfit Connect. Это вы можете с телефона там вещать, со всяких айподов, всяких плееров современных, с телевизоров. Так, Music Player, потом Dub Radio, это цифровое радио. FM радио и AUX IN. Кстати, DAB радио это цифровое радио, это не FM, не AM. А в Швейцарии FM в этом году я слышал, что хотят, точнее, ну, с 1 числа следующего года уже
Ну вот-вот он уже наступит. Запретить все FM-станции и будет только DAB-радио цифровое. В общем, плюсы или минусы для всех разные. Для меня это чисто минус. И вот при выключении аппарата у нас дата и время. А я думаю, если Daylight моды выбрать, оно, наверное, днем будет наоборот. Будет черным на белом фоне, а ночью наоборот. Но это мое предположение. В общем, вот такая вот антенка. Антенку я даже полностью не раскладывал. Антенку прячем. Комплектацию вы видели аппарата. В общем, за обзорчик ставим лайки, подписываемся на канал. Тут кто не подписан. До новых встреч, до новых видео. Пока.